Об этом им не расскажут на уроках в школе, несмотря на то, что современное поколение отлично ориентируется в просторах интернета и с всемирной глобальной сети. В неокрепшую умы может попасть совсем не та информация. Что с ней делать и как правильно понять происходящее в мире события? Это старшеклассникам постарались разъяснить специалисты службы безопасности в НИЭФ. Тему для обсуждения в дискуссионном клубе обозначили как гибридные войны. Гибридные войны, они проводятся и они ведутся, в том числе и в нашей стране. Просто мало кто об этом, об этом знают только специалисты, да. А простой народ, не задумывается, все просто легко, полезли в интернет, посмотрели, что там да как. Конфликты в Венесуэле, Ливии, Украине и Сирии. На примерах последних событий в этих странах лекторы разобрали со старшеклассниками само понятие «гибридные войны», а также цели и задачи их инициаторов и ожидаемые результаты после подобных столкновений. Серьезная и неоднозначная тематика дискуссионного клуба проекта «Профтренд» вызвала вопросы у школьников, а затронутые темы стали поводом для размышлений. 19 и 20 год – это очень непростые годы для нашей страны будут. Готовиться много событий, которые могут привести там или к цветным революциям, или каким-то взрывам, или так далее. Хотелось детей как-то направить немножко и предостеречь, чтобы, не дай бог, они в этих акциях не участвовали. Следующая встреча в рамках проекта «Профтренд» пройдет во Дворце детского творчества в четверг, 14 февраля. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.